Хорошо. Вот. Стоп, не двигаться. Не двигаться. Теперь посмотрите сюда. Значит, посмотри. Урежь мяч. Если ты здесь держишь руки, вот здесь оценит. Он тебе в нос обязательно дает. Без ручки. Без ручки. Вот можно ставить ручку. Одну ручку. Но ручки здесь. Толкать не надо, но руки. Ты защищаешь лицо и не даешь ему бросать. Подними ручки. Еще выше. Вот как будто тебе поможет, когда туда. О, молодец. Вот так. Все. Так же, да? Стоп. Вы ушли. Стоп. Сели на колени. Быстрее. Значит, посмотрите. Если мяч попал в кольцо, Вадим, уже не надо выбивать ничего. То есть, получается, на берет, значит, ты выбиваешь и ударит. Поэтому уже все. Попал мяч, он ваш. Понятно? Ставим. Хаджимы. Не забывай. Стоп! Мате! Назад. Нет, посмотри, не забывай, что у тебя есть команда. Подойдите ближе к команде. Тихо. Не забывай, что у тебя есть команда. Да? Если ты будешь играть сама, они обидятся, что уйдут. Они здесь не имеют права уходить, если я здесь. Но твоя задача, пока никого нет, что можно ждать. Подъявили меня. Твоя задача. Ты чувствуешь, ты очень часто играл. А? Поэтому смотри. Она тебя кинула мяч, а ты сразу едешь. И не дала мяч, и не ему. Вот тебе и сразу едешь. За него тебе второй. Не надо мяч здесь поставить. Готовы? Да. Хорошо. А ручки? Кидай. Вот. Молодец. 1-0. Пошли. Давай,
вечера. Упала Николета, ушла. Да, буду бить шалобан. Степана, нет, ты играешь назад. Артур! Матея, положи мяч. Раздетые ушли. И оденьте кимоно. Артём, да, оденьте кимоно. Вы остаетесь. Следующий выход. Оденьте, чтобы вы потом зашли уже в кимоно. Приготовились? Аджи. Быстрее, быстрее, бегайте мной, быстро!
как у тренера. Денис, давай. Значит, 9 кимоно не видно животное. Сейчас вы показываете. Как, так еще кто-то там? Кто там еще был? Там две лилии есть. Лилия? Вот третий круг пошел. Там он... Раз, два, три. Раз, два, три, пять, шесть. Лигрея, пояс взял быстренько, лёг. Ну что я тебе говорю? На храме. Сейчас на каком пути? Коля, я тебе... Вот там, вот, видишь, сверху, вот это, возьми. Там я быстрее, хоп, пиком побежал, блин. Если так папе помогал на храме, то я извиняюсь. Вот когда посмотришь вас в другом месте, там что-то снять, что-то гадость какую-то сделать, хорошее дело, так быстро все делать. Нет, я нифига не понимаю. Да, легли на живот. Осут и флоте. Флоте, кто сказал? Кто сказал? Ты знаешь, что с тренером разговаривать нельзя? Сказал тебе, значит, надо сказать, есть и делай. Когда на соревнованиях, как говорю, делай прием, ты слушаешь других и потом проигрываешь. Сказал тренер, значит, надо делать. Не слышу? Есть. Есть тренер? Есть. Слушаюсь тренер? Да. Аджимен. Сынка, давай, давай. Во вторник не пришел, к ним показывай. Был? Нет. Да! Был. Давай делай! Мате, Таре. Легли. Так. Сколько этих мешков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. Семь. Значит так. Чудеса. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ко мне. Еще раз. Эй! Что ты мне здесь лег? Что тебе здесь? Пицца, что ли? Сели на колени, смотрим на меня. Ваша задача. Берете захват. Берете захват. Если ножка впереди, сразу нет. Чуть-чуть. Раз. И отсюда. Оп, сзади. И держим за шею. И страховка. Кто так падает? Четко надо падать. Ушел. Есть задание. Бегом, бегом. Один раз вправо, один раз влево. Аккуратно. Ножки шире. Раз. Да, заходите. Оп. И вот так падает. Понятно? Понятно? Так, вы встали по кругу. Сейчас вот сюда. Денис, вот туда. Саша туда. Андрей туда. Ваня, вон туда. Что ты здесь встал? Вон туда. Туда. А, знаешь куда? Вон туда встань, Андрей, перейди туда. Так. Девочки, встали, быстро разобрали партнеров. Они вам делают броски. Право-влево, право-влево. Быстрее, быстрее. Кто свободен? Нине, сюда. Да не надо, поклонилась и подошла. Все, делаем броски. Так. Иди сюда, сюда, сюда. Все, пошли, поехали. Саша, да? Ага. Иди сюда, вдвоем. Все, делаешь? Сюда, вдвоем, сюда, сюда, вдвоем, сюда, сюда, вдвоем. Саша, Саша, право-влево и меняемся. Право-влево и меняемся. Один, пожалуйста. Так, кто свободен у меня? А, иди сюда, пришла. Вот туда. Вот туда, Ваня. Ну, Ваня, ты на грядку берешь его. За шею бери.
Кто свободен? А? Классический заклад, правильный заклад. Но
Он же большой. Вы маленький, он большой. Поэтому отсюда будет тяжело делать. Что делаете? Неправильный захват берете. Берете руку и здесь отворот. Видите, вот здесь. Как можно выше. Ну, не надо, выше, вот здесь. Дальше делаете шаг и отсюда. Вот. Раз. Нет, смотрите, не так, а именно, чтобы нога сгибалась. Еще раз, еще раз. Не здесь, а вот тут. Сделали шаг. Видите, раз, видите, где сгибается. Оп, вот сюда. Пошли! Стоп! Делаем, делаем, стоп! Осталось 2 минуты у вас. Делаем. 3 вправо, 3 влево. Кто первый сделает? Приготовились? Пошли! Пошли, бросок. Раз, два, три, четыре, пять. Мате, Артем первый, сейчас, 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 Аделина сделала Андрею, оставляешь его, бежишь, смотришь, кто свободен, свободен Саша, делаешь Саша, свободен Ванюша, Ваня делает, Лилю, кто давай, свободен, тому и делает. Давай перевожу, перепляну. Давай. Кари, Игорь, Паша, Натя, Катур. Пачу, пусть ладно. Кто из Пачу, пусть ладно. За руках 100. Прикатешься. Работаем. А какой захват? Не понял. Захват любой. Готовы? И побежали, поменялись. Кто свободен? Кто свободен, того и бросаем. Давай, давай, бери, набери, бросай. Ножку ставьте вперед. Мальчик, ножку ставьте вперед. Ножку вперед, бери. Считаю до 30. Раз, два, три, четыре, пять. Бегом, бегом. Шесть, семь, восемь, девять. Стоп, стоп. Теперь вы, Адриночка, сюда встань, да, вы то же самое разберите, поклонитесь, поклонитесь, скажите спасибо большое, все, да, мальчик, старшая группа, ушли 7 километров расстояния, остальные сюда построили. Считаю до 5, воздушу ренду, уже помогает, считаю до 100, уно. Дети, гоу здесь, три здесь, 40 минут. Алинере, Алинере, Дреб, стоп. Так, вопросы есть у вас? Нет. Нет. Значит, вот в среду больших не будет, мы много поиграем в баскетбол в регби, а вторник, Марс и Жой. Мы немножко поделаем броски. Вы еще научитесь и будете бросать. Алинея. Дреб. Стоп, подождите. Кто у нас? Николай. Дальше Андрей. И Ванюша. Возьмите, пожалуйста, как они называются? Вешалки. Вешалки. Девочки подойдут, мальчики и повесят, чтобы аккуратно на вешалку. На Юдере. Все. Так. Кимоно. Возьмите вешалки, да. Так, сколько у нас, Андрей, сколько у нас человек?
Там не умом уже почему? Так, Саша, давай. Ты с кем идешь? Кто Саша идет? Его. Ваня, да? Вечер ты его не кидал, ты же уже не дышит. Вот печень не полагал. Я понимаю, Ваня все лето боролся с Иваном. И Иван его победил. Идите туда. Вот туда. Так. Не важно, кто справа, а важно, кто слева. Так. Андрей, вот мы для этого человека. Андрей. Кого? Его или его берешь? А я ты без шоколы. А ты собственно, да? Собаки. Ты собаки? Я бы с Денисом пошел. Дайте я с Пискином, пожалуйста. С кем? Пискин. Я пойду к Андрею. Не надо никуда идти. Не надо никуда идти. Ну буду падать. Стоп. Денис сюда встань. Стоп. Ты здесь тогда с ним втроем. Вы там, вы толстые, то он лежал, Диман сторожил, что ты, поэтому он... А вы втроем идите сюда. Втроем, просто, втроем. Быстрее! Быстрее! Андрей, бери этого, а ты ко мне, сейчас будешь с тобой разбираться. Ты был на этом, на храме? Ну что ты привез? Три тренера, хоть яблочко привезли. Яблочко. Вот. Ставь кимоно и иди принеси. Хорошо. Наказание. Значит, иди сюда. Ну, перед тем, если она как. Значит, ты вот туда становишься, делаешь 30 отжиманий, приседания, пресс, там подтягивание есть или нет? Одно подтягивание. Ну, да больше. Как можно так и подтягивать? Значит так, вы самостоятельно, только Андрюша, цепу. Он сбежал. А, сбежал, ну все, укатывался. Значит, сколько вам дать бороться? Сколько дать бороться? 5 минут, типа. Все. 5 минут. Все, 35 минут. Хватит! Да! Этот, Андрей, вы там сами меняетесь, договоритесь как? Давай. Или тебя, или тебя отпустить? Андрюша, стоп, Андрюша, мате. Андрюша, пожалуйста, на ковре.